В Сургутском районе открылись пункты сбора товаров первой необходимости для жителей Краснодарского края, пострадавших от наводнения. В Сургуте такой пункт организован в Центре социальной помощи семье и детям Зазеркалье по улице Лермонтова, 9. Кроме него открыты пункты приема гуманитарной помощи в Белом Яру, Барсово, Федоровском и Ленторе. Их адреса вы видите на своих экранах. Для отправки пострадавшим принимают только новые вещи. Всех, кто заинтересован в оказании помощи краснодарцам, сотрудники пунктов будут принимать в течение всей этой недели, в том числе и в выходные дни. Мы принимаем вещи, которые в данный момент наиболее необходимы для пострадавших. Это постельное белье, подушки, матрасы, одеяло, резиновая обувь, палатки, средства личной гигиены, медикаменты, аптечки, особенно нуждаются в инсулине.